Здравствуйте, с вами снова я, Евгения, и сегодня у нас в гостях девочка из сказочной страны Эквестрия. Ее зовут Смеркающаяся Искорка. Давайте рассмотрим ее супер длинные блестящие волосы, красивую одежду и аксессуары поближе. У Смеркающейся Искорки супер длинные волосы темно-фиолетового цвета с розовыми и блестящими прядями. Челочка. На голове у нее красивая корона, выполненная из пластика бирюзового цвета, которую украшают звезда розового цвета на самой короне и звезда темно-бирюзового цвета на челочке. Основной цвет всего тела девочки фиолетовый. Макияж также выполнен в фиолетовых оттенках с блестками, тени голубого цвета. У нее очень длинные ресницы. Лицо также украшает большая звездочка темно-розового цвета и 5 маленьких звездочек белого цвета. Губы украшены темно-розовой помадой. У Смеркающейся Искорки блестящий наряд. Темно-розовый корсет переливается блестками. Он украшен маленькими звездочками голубого цвета. Блестящая юбочка голубого цвета украшена ромбиками розового цвета и белого цвета. Лучки Смеркающейся Искорки голубого цвета с блестками. Их при желании можно снять и также легко одеть обратно. Высокие сапожки розового цвета, они украшены пряжками и серебряными звездочками. Платформа и каблук сапожек зеленого цвета. В комплекте 4 заколочки, 2 розовые и 2 фиолетовые. Они украшены звездочками, сердечком, подковкой и молнией. Их легко прикрепить к волосам девочки. Также у нашей девочки есть расчесочка с автопортретом самой девочки. В комплект также входят вот такие вот наклейки для украшения ваших вещей – телефона, тетрадок или комнаты. Смеркающаяся Искорка очень любит расчесывать свои длинные волосы. Вы сможете помочь ей в этом, купив эту блестящую куколку на нашем сайте megadiscount.pl. До новых встреч!